Что-нибудь вас попросить доказать такое интересное. Значит, двойка как у нас выглядит теперь? Лямбда альфа. Лямбда f, лямбда x. F. F от fx. Окей. А 2-2 что такое? Вроде как 4 должно быть, ожидается, но... Это выражение должно. Давайте формально возьмем... Нет, это мне не хочется, это слишком сложно. Давайте мы что-нибудь такое сделаем простое. 2-1. Да, 2-2. Давайте вы мне предложите, как его дополнительно формально... Ну, что тут, может быть, добавить надо? Не знаю. Мы же не можем на вход двойки подать двойку, правда? Потому что первым тип какой-то требуется. И давайте кто-нибудь мне формализует это выражение, распишет его как положено. И докажет, что оно такое, какое нужно. Ну, задание такое. Первое. Это неправильно. Сделайте так, чтобы было правильно. Что-то придумать. Что? Что-то придумать. Ну, дописать типы, которые здесь отсутствуют, и вывести тип того, что получится. Потому что дописать это типа угадать, а вывести это вывести. Формулы там какие-то. Не, а почему нельзя просто после двойки, ну, между двойками, а вот какую-нибудь альфу придумать? Ну, нужно понять, какую альфу. Ну, видимо, и не только. Вот конечно, и придумай. Наверное, после этого. Ну, после. Меня интересует любая такая модификация записи 2-2, ну, которая не трогает существенные части этой записи, чтобы выражение типизировалось, потому что 2-2 не типизируется. Потому что 2 не тип. Ну, смотрите, как это понимать. Значит, у нас лямбда, альфа, какой-то f, не знаю, что угодно, 2. Это не будет работать. Значит, мне нужно, чтобы работало. Кто-нибудь выйдет на душу? Мне даже интересно. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Нам, видимо, сейчас. Сначала ко второй двойке смотреть, что-то приписать. Что? Давайте сначала ко второй двойке что-то припишем, но там, видимо, нам не важно, что можно просто файл любой, да? Ну, файл. Вторая любая, которая вообще не мешает. Но я. Не, пока. Ну, никто тебя не заставляет вторую двойку специализировать. Оставь, какая есть. А там не нужно? Но, может и нужно, может и потребуется, я не знаю. Но пока никто не горит же, зачем тратиться? Ну, и первую двойку понятно, зачем надо было, а просто правую понятно. Вот, я про то же. Ну, не заставляю. Чего бежать? Ладно, хорошо. Видимо... У нас же тут будет существовать у нас же тут будет существовать типовая редукция, да? Да. Вот я хочу, чтобы мне... Как она называется? Может, бета? Ну да, естественно, это будет бета-редукция. Ну, видимо, должно быть это же. Просто бета-редукция... Альфа-следует, да? Уже довольно... То есть, если выписывать все аккуратно, то у нас... Ну, кстати, давайте сейчас попросим какой-нибудь следующий пункт выписать. Тут правила бета-редукции для системы. Тут можно параллельно. Тут тогда такой у нас... Ой, да, давайте. Кто готов выписать практически правила бета-редукции для системы? Давайте. А у этой двойки тогда тип получится, ну, то, что нам нужно, по-моему. И следует то же самое. Да, и когда это выражение такого типа, а это совпадает с первым, с левой частью импликации, и результат вроде тоже получается типа, наш и. Сейчас только вопрос, оно средуцируется вот с такой лямбдой здесь? Без понятия. Нет, в смысле, тип средуцируется, конечно. Не, я имею в виду, да, тип, понятно, тип. Ну, смотрите, да, то есть давайте уже не будем махать руками и скажем, что если у нас исчисление подчеркивают, то мы что должны? Типу,
типа указать. Давайте, пожалуйста. Так, так это тоже можно, только тут будет функция как бы из альфа в альфа, альфа в альфа. Ну, еще если мы дадим сюда альфа все результаты, ну, если мы пишем здесь альфа все результаты, то он дебютируется. Где? Кто? Ну вот. Зачем? Так, такая задача. Ну, так вы докажите, что дебютируется. Ну, давайте поставим, ну... Можно стереть это все нафиг и написать большое место. Потому что действительно это очень интересно. Вдруг не докажешь. И вот это все тоже связано. Так, это точно. Ну да, есть такое красивое. Будет такое. Ну, хорошо. Тогда... Тогда мы хотим такое выражение. Посмотрите. Так, мы знаем, что вот это у нас имеет тип. Да, давайте считать, что это известно. Да. Хорошо, теперь посмотрим на вот эту часть. Предположение нам, ну, у нас здесь видимо, это просто, можно сказать так, что да. Два имеет такой тип. Хорошо, тогда вот мы пишем нам, сейчас нам что-то требуется еще. Знаем, что два имеют такой тип. У нас слева ничего нет, поэтому мы... А, тут даже не надо слева, да, у нас просто свободно представляется, что замечательно. Мы говорим, что тогда выражение... Два альфа следует альфа. Оно тогда имеет тип. Давайте, не знаю, давайте это обозначим. За это не тип, это следует это. Получится просто более громоздкое выражение. Вот эта штука имеет тип, это следует это. Окей, да. Хорошо. Грязный как он будет. Ну не грязный, ну я могу написать. Оно очень длинное будет. Тяжело читать. Так, ну. Дальше. Ой, погоди. Что-то я не понимаю, там точно так ступки расставятся. А, ну да. Да, потому что я хорошо. Дальше следует альфа, это я. Ну, хорошо, и тоже время двойка. Ну вот. Дальше здесь нам вроде хочется иметь выражение типа это. Да. Типа это можно получить, если бы просто сняли отсюда альфу. То есть как, наверное, все-таки стоит сюда тоже прописать какой-то тип. Альфа. Ну, просто альфа. И поставить скобки. Ну, хорошо, да. Вот, да, хорошо. Теперь мы тоже имеем еще один. Остался технический вопрос, откуда эту альфу взять. Откуда ее взять? Зачем ее тут брать? Ну, у вас тогда константа будет. Я же хочу чиселку, чтобы получилось. А, ну, в смысле, а где именно? То есть, ну, сейчас в записи будет, которая тип, которая альфа-фиксирует. Ну, у нас, как бы, мы потихонечку выписываем выражение. Да-да-да, и я понял. Теперь осталось понять, еще для всего этого выражения, где-то альфа надо взять. Видим вот здесь. Вот. Выглядит довольно уже солидно. Ну, тогда здесь не было альфа. Это мы потом тут просто альфа заменили на альфа, поэтому два имеет это. Ну, не два, а два альфа. Ну,
теперь... Да, аппликация ровно так и будет. И дальше мы... И дальше, ну, дальше мы жахнем плантером, и у нас получится черточный нумерал. Потому что это черточный нумерал, поэтому все будет хорошо. Вы понимаете, да, что в системе F черточный нумерал это не просто альфа в альфа, а любого альфа. Альфа в альфа. Пока вот этой последней строчки не было, у нас не было черточного номера, а теперь есть. То есть у нас было некое выражение, и результатом является чиселка. Вот оно здесь. Так, ну ладно, спасибо. Ну, я надеюсь, это достаточно наглядно было, да? То есть я так, конечно, просто упражнение, чтобы показать, как в такой штуке надо типа вводить и как их писать. Задачек-то я еще надаю, но просто чтобы... Смотрите, там инструкция достаточно естественная. Вот мы и применением воспользовались, и квантер навесили. Так, а вот можно... Что-то... Ну, у меня получилось, что ну, правила типизации буквально те же, которые на лекции читали. Или надо что-то другое было? Нет, не типизации, а правила бета-редукции. А, вот. Потому что у нас выражение-то посложнее. Там еще есть две конструкции, их надо тоже как-то формализовывать. Записываю тут редукцию просто так. Так, ну ладно. Правильно ли я понимаю, что все воспользовались модной программкой и уже записали свои задачки, которые сделали? Ой, самому бы знать. Табличка. Может это закрепить? Что бы сделать такого? Ну вот, вроде расписались. То есть я не хочу очень много в каждом пункте задач брать, так, чтобы у других тоже были возможности решать. Значит, ну вот, пожалуйста. Видимо, Федор тогда первый. Логично. Итак, конечная, не вполне упорядоченная. А, ну, то есть нужно было указать, что данное множество не является вполне упорядоченным. Но вполне упорядоченное множество – это множество для каждого подмножества которого… Это линейно упорядоченное множество, каждое подмножество которого имеет минимальное… Наименьшее минимум. Ну, да, содержит наименьшее. Да. А... Линейно упорядоченное минимальное наименьшее. Ну, давайте рассмотрим данное подмножество, данного множества. Заметим, что в этом подмножестве для любого числа есть число меньше, чем оно. Ну, например, для любого эпсилона больше меня можем поделить как эпсилон пополам. То есть меньше элемента нет. Конечное, не вполне упорядоченное множество. Ну, давайте вспомним мат-логику. Так, это линейно упорядоченное множество? Еще про линейность у нас да, не совсем очевидно у нас написано.
А как было написано? Типа, существует ли конечное и не вполне упорядоченное множество? Да. Ну, вот у него. А, да. Тогда вы правы, действительно. Действительно, да, вот вполне не... конечное и вполне упорядоченное. Я имел в виду, конечно, что линейное упорядоченное и не вполне упорядоченное, но вы правы, да. И счетное Z. Счетное Z. Ну, рассмотрим отрицательные числа, их нет наименьшего. А, может, разберемся с линейным Z? А, вы что имеете в виду? Формулировка не имела же все-таки другая. Да, но вот, вот всегда, всегда ли конечное множество линейно упорядоченное вполне упорядоченное или нет? Как вы думаете? Линейно упорядоченное это у нас... Каждый с каждым сравнением. А, каждый с каждым сравнением. Раз у нас есть сравнение каждого с каждым, мы, наверное, можем согласно этого сравнения как-то сортировать. Да, назовите, пожалуйста. Смотрите, у нас есть конструктивное доказательство того, что любое конечное множество можно вполне упорядочить. Да? Хотя нет, там другая история. Там у нас есть конструктивное доказательство, что любое частично упорядоченное множество можно упорядочить линейно. За это топологическая сортировка. Конструктивный алгоритм, который из любого частично упорядоченного множества делает линейное упорядочение. Вот. А тут у нас другая задача. Мы хотим понять, действительно ли всегда линейное упорядоченное множество конечного размера вполне упорядочено. Как вы считаете? Ну, опять-таки, раз... Почему вот каждая с каждым сравнима? Ну, и? Доказательство почему? Доказательство. Ну, это кажется естественным, да, действительно. Ну, равных элементов нет, и если каждый с каждым можно сравнить, то найдется... Найдется минимум. Построить индукцию, равных нет, и найдется меньше. Типизация по черчу, часть формулы или нет? Вот, по черчу часть формулы, да. Просто если по черчу, то часть формулы. Как по каре в эту индукцию, ведь не то чтобы понятно, как это записываться должно быть. А в случае с черчем, например, если у нас, когда у нас терма это, видимо, добавляется правило, когда А выглядит как... У тебя просто ограничение добавляется. А, ну да. Когда здесь появляется типовая абстракция, ну, вернее, если у нас левая часть, типовая абстракция, какой-то тип, а правая — это внутренность. То, что после типовой абстракции, в которой все типы, ну, вот над лямбдами, заменены на то, что поставят. Ну, то есть, если в M было выражение лямбда, далее, причем оно было типа как-то десятка фигурировало, и это было в А, то Б, а вот эта часть СМ. Так а правило как выглядит? Это какое-то рукомашество. Ну это, блин, то, чего мы хотим получить в итоге, по идее. Нет, я хочу понять, как бы эту редукцию делать. То есть как подставлять аргумент в типовую абстракцию. Вот это мне хочется понять. Значит, это M, где сигма в сигма подставлены вместо альфа тау. Просто хочется подставлять вот над лямбда абстракцией. Не-не, просто вот такая штука редуцируется в эту, и все, а что еще? А, так типа можно? Да, куда нам деваться? В смысле, вот эта замена, она... Вот на такая у нас запись будет. Прямо вот такая запись будет, а что? Нет, просто M. Все, что еще можно делать. Да, и, видимо, вместо... всех альфа поставим тау. Ну вот, главное, что мы подставляем как бы не в тексте формулы. Именно в тексте формулы. Просто вот, ну там же где-то есть эти типы.
Ну, я к тому, что это вот как бы часть текста, когда мы... А если пишете, почему нет? Ну, смотри, вот этот вариант есть, смотрите, значит, ну, такая тема, да, прочерчая. Вот у этого варианта есть замена. Можно так писать? Да. Ну вот я просто про какой-то такой вырвиглазный случай, типа... Нет, конечно, не может быть лямбда маленькая. Действительно, здесь мы не используем буковки. Здесь мы другую буковку пишем. Меня интересует вопрос свободы для подстановки. Бывает ли нарушение свободы для подстановки при типовой подстановке? Другой вопрос. Так, тут, конечно, можно потребовать, чтобы альфа была свободной для подстановки. Интересно. Сигма вместо тау. Но вот вопрос... Ладно, я думаю, это домашку придумаем. Ну хорошо, да, действительно. То есть, по большому счету, это та же самая абстракция, только вот с, вот с таким хитрым правилом дополнительно. Все. Больше ничего нет. В чем состоит это правило, что раз мы вместо переменной типа альфа подставляем значение тау, то мы должны просто все альфа заменить на тау, и все. Вот, а если... на сигму нам наплевать. Вот, вот это... Ну, я хотел бы, конечно, мы типы имеем. А вот не как-то. Вот это не важно. А, если... Бета, где вместо альфа поставлено тау. А в стиле камер что-нибудь вообще будет меняться? Там, где мы вообще типы не указываем. Ну, в смысле, у нас с этой конструкции просто не будет и все. Типы не пишутся эти все. А, окей, то есть мы, ну, вот. Если мы разобрали F-систему в стиле Карио, то там просто нет. Да, но это как бы это не будет F-система, это будет что-то другое будет. То есть система F традиционная, она в стиле черти. Это вот тогда получится то, что вот наша Хаскел получится. Классическая система. У тебя Хаскел получится. Ты видел хоть одну типу абстракцию? Типу Хаскел особо не видел. Ну, увидеть. Значит, собственно, на эту тему, как бы, ну, вот, окей, давайте. Ну, у докса по числу элементов, то есть для базы очевидно, если у нас есть два элемента, то очевидно, среди них есть наименьший. Давайте посмотрим при равном каком-то P у нас выполнено, то есть ну, множество размера P, которое является... Любое линейно-упорядоченное множество размера P имеет минимальный элемент. Да. Ну, давайте перейдем к P плюс 1. Давайте по предположению индукции у нас множество линейно-упорядоченное множество размера P является, имеет минимальный элемент, поэтому согласно этому можем отсортировать данное множество и давайте добавим его... Слово сортировать не выглядит, значит в нем есть минимальный элемент. Да, в нем есть минимальный элемент. Наименьший элемент. Да, по предложению индукции. Давайте да. Его упорядочим. Нет, зачем упорядочим? Мы какое утверждение? Что есть наименьший элемент в множестве. Да. Зачем его сортировать? Предположение, что для любого множества размера p у нас есть наименьший элемент. Хорошо. Возьмем множество размера p плюс 1. Выберем p каких-то элементов из этого множества. Но упорядочено. Значит, у них есть наименьший элемент. При добавлении нового мы можем просто взять самый наименьший, который в p множестве. И согласно тому, что у нас данное отношение является линейным, у нас есть возможность сравнить два элемента, которые мы добавляем из P. И поэтому можем либо оставить наименьшим старый элемент, либо выбрать новый. Да. Все. Спасибо. Все, наверное, да. Ну, чего дальше? Давайте Наумов, Женский. Да, значит, смотрите.
кому вообще понадобилась логика второго порядка? Понятно, что ее придумали не для этого. Ее придумали совсем другие люди, совсем других целей. Вот смотрите, вот у вас есть исчисление, исчисление высказывания. Сколько там еще? 10. Правда? Какой? Ну, да, там интуиционная схема. А, интуиционная схема. Ну, в обычном, классическом. 17 схем. Нет. Их там около 5. Их там немножко много. Именно счетное количество. Да. Вот. Соответственно, вопрос, а правильно ли это? Нет. Ну, вот такой вопрос философский. В принципе, почему бы нет, да? То есть, ну, как бы, везде, где нам требуется использовать, везде, где мы упоминаем аксиому, раз это счетное число, значит, существует перечислитель. Да, давайте нумеровать аксиомы эти сами. То есть, на самом деле, мы не должны писать аксиомы. Ну, мы пишем схему аксиомы номер один, да, нужно писать аксиома один, и там длинный-длинный номер, какой-то Гёдельев номер, видимо, аргумент, как-то запакован. Вот. Выглядит будет эпично. Соответственно, вот, альтернатива этому – завести логику второго порядка. Параметризовать ее вот теми самыми переменными, которые у нас есть. А, тогда будут просто 10 аксиом? Да, именно будут нормальные аксиомы с квадратами. Вот, но, как бы, ну вот, как бы, такие исчисления придумывали, и, соответственно, отсюда и пошла такая тема. Вот, ну такая абстракция. А потом оказалось, что оно пригодно для чего-то еще. Да, расскажите. Мне нужно было показать, что это то, что, наверное, я переписал. Да, мы, по-моему, отговорили, что надо скобочки вот эти поставить, потому что могут быть разночтения, можно подумать, что это бета в степени альфа, что, конечно, меняет немножко дело. Да, рассказывайте. Так, напоминаю, для обозначений. Да. Вроде понятно. Вот, я хочу объяснить суть. Давай. Суть, которая здесь отображается, это корирование или частичное применение. Можно это воспринимать как то, что мы в функцию пихаем пару, или в функцию пихаем пару по очереди. Сначала первый элемент. Да, да. Вот. Первый элемент даете и получаете функцию, которая из второго элемента в цели. Вот. И, в принципе, две простые функции, показывающие этот принцип. Кто из них G1 что куда отображаете? Это, соответственно... Слева направо. Слева направо, да. А G2 справа налево. Да. Вот такая прикольная тема. Самый эпичный 3C, конечно, я думаю, что... А, да, я 3C не буду. Вот, я даже хорошо. Не поверил в него. Вот, отлично. Ну, там же верное выражение написано? Не знаю. В смысле арифметики? Да. Значит, все должно работать. Ну, прикольно. Нет, поймите, все просто. Если верное выражение, то все должно работать. Ну, завтра. Почему? Ничего нам не надо притягивать. Все должно естественно получаться. Вот. Ну, как бы, вы должны верить математику, иначе как-то это все несерьезно. Иначе чем мы занимаемся? Я, правда, не доказывал, что оно должно работать, но из общих соображений понятно, что должно работать. Вот. А, что у меня происходит в А? У меня да. Отдается изначально пара, где... Второе – это сумма алгебраических типов. Вот. И удивляется, что я могу раскрыть скобки. Ну вот я провел программу, которая раскрывает скобки. Она делает это довольно тривиально. Ну. Так. F, которая же A до AB. A до G, GB. И как мы это делаем? Ну, для left она возвращает, соответственно, left. Да, да, правильно, спасибо. Да. Мне так кажется, что самое интересное задание это уже вообще второе. Что там второго? Там надо было ввести
анимцию все остальные символы, добавить связанные с ними аксиомы и правила вывода. Я вот уже такой серьезный вещь не понимаю, как выглядит, например, ну как пара выглядит как объект, понятно, а как выглядит объект алгебраического типа. У нас есть операции кейс, у нас есть операции левая инъекция, правая инъекция, но это просто функции, которые, вот, если дать аргумент, они, значит, что-то сделают. Ну, кейс вообще, по алгебраическому типу разбирается. Да. А как выглядит сам объект, который вот... Алгебраический тип? Да. Тебе нужно обозначение? Да. Плюсик напиши. А плюс Б или дизъюнкция. Как-то... Надо его представить. Ну, в смысле? Что не представить-то? Ну, представь, что у тебя есть лист. Я понимаю, не, нет, ну, как тебе сказать, как объект выглядит, смотри, какой, левый или правый объект? Вот, нет, весь объект, который... Погоди, левый или правый объект? Он только сам, либо левый, либо правый. Значение будет либо левый, либо правый. Либо объект сам по себе помнит, что он, типа, левый. Конечно, помнит. Вот сам объект греческого типа. В смысле? Я одного не понимаю. Мы уже столько всего знаем. Мы знаем лямбда выражение, которое задает этот объект. Мы знаем конструктор этого объекта. Какого вида ты бы хотел этого объекта? А как пара выглядит? Интуитивно понятно? Ну, вот с парой... Хорошо, ладно, давайте я одну байку расскажу про эту штуку. Наверное, он бы рассказывал, но я все равно скажу, потому что как бы, я думаю, что я смял и не рассказал подробно. Значит, давайте думать, где бывает объект алгебраического типа в обычных языках программирования. Ну, понятно, в Haskell они есть сами по себе. Давайте искать их в обычных языках программирования. Давайте с Паскаля начнем. Рекорд. А дальше я же говорил, да? Или вы не помните? Или вы помните? Ну, допустим, и integer. И дальше кейс. Понимаете, да? И здесь говорим, допустим, а имеет тип к. Там точка запятой, что ли, пишется? Ладно, окей. Понимаете, да? Вот объект алгебраического типа в Паскале. Ну, алгебраического, вот я, опять же, вот в смысле того уточнения, это просто по-русски так просторечие говорят. Почему-то именно даже по-русски, в первую очередь. Алгебраический тип – это вот тип сумма. Я понимаю, что тип сумма? Да. Вот, почему? Ну как, в самом деле, давайте зададим значение, пускай x имеет тип рекорд. Я говорю, x и присвоить 0, x а присвоить u. Вот у меня левого типа, у меня левый объект. Затем я передумал и сказал x присвоить 1, xb присвоить альфа. Вот у меня правый объект. Кто-нибудь на велике есть из вас? Да. Ну, знаете приключения передач? Переключали когда-то иногда, да? В горку едешь, они прикольно переключаются. Или не переключаются. Вот. Ну, не рекомендую, да. Можно сломать, порвать все это. Ну, что-нибудь сломать там. Вот. Короче, но как бы тут мне попрался ролик на глаза, мне прислали первое переключение передач, как выглядело. Когда-то давно, когда деревья были большими, ну, понимаете, что это значит, да? Это надо буквально понимать. В Америке есть такой секвойя парк, где высокие такие деревья. Вот когда-то давно, когда деревья были большими, значит, переключение передач делали так. Велосипедист на Tour de France останавливался, переворачивал колесо и вешал цепь на другую переключатель, более на другую звездочку, которая была с другой стороны, которая была побольше диаметра. Вот, или поменьше. Соответственно, сами понимаете, какая-то интересная процедура. Вы такой, значит, весь разгоряченный, хотите ехать в горку, но перед этим вы останавливаетесь, снимаете колесо, откручиваете это самое, переставляете его, подкручиваете, чтобы цепь была натяжена, запрягаете, едете дальше. А потом некая фирма придумала шикарный инструмент.
Значит, он заключался в том, что эти две операции можно было делать ручкой вот здесь сзади. Значит, первая ручка откручивала колесо, типа эксцентрик, ну, там не было эксцентриков, в общем, его расслабляло. Вторая переставляла передачу, а потом типа обратно колесо закреплялось. Такая была хитрая процедура из нескольких действий. Вот. Вот. Оно. Все делаете руками. То есть там в несколько этапов эта процедура, и часть времени вы едете на незакрепленном колесе. Довольно прикольно. Но зато можно было менять передачу, не слезая с велосипеда. Уже работа. Уже дело. Значит, смотрите. Здесь происходит ровно эта история. Мы создаем структурку. У нее есть, по-английски это guard. Не знаю, как по-русски перевести. Страж, наверное. Просто признак типа структуры. Вот эти поля живут в одном месте, они используют одну память. Если вы, допустим, при i равном единице присвоите что-то в b, вы все поломаете. Ну, при i равном нулю присвоите что-то в b, все поломаете. То есть значение a у вас затрется. Это калькулятор? Это мы на Паскале вообще пишем? Ну, это на Паскале можно писать. Это пример только сидит на Паскале, или он так даже работает? Да, работает. Берите трубу Паскаль, это будет работать. В чем фундаментальная проблема Паскаля, что вот это не проверялось. То есть соответствие и значений, к которым вы обращаете, не проверялось. По идее, ничего не мешало их проверить, это просто недостаток компилятора. Действительно, можно было бы смотреть на рантайм проверку сюда вставить и проверять, что вы не имеете права обращаться к этому полю, если у вас индекс не тот. В частности, в Turbo Pascal реализовывались регистры вот следующим хаком. Знаете, ассемблерные регистры, да? У нас EAG. Знаете такой EAG? Слышали такое? Вот у нас есть AG. Вот. Тут AH, а тут AE. Помните таких? Пахнет костылями. Что? Пахнет костылями. Вот. Да, вы же знаете, что на этом все не кончилось. EAG бывает разный. Он бывает 32-4-битных. Вот. Вот, ну да, это RAX, да, там все эти режимы, 32-64, все хорошо. Чего это костыль? Я просто не на ассемблер не хожу. Нет, сейчас это все нормально, как сейчас мы увидим код на Паскале, который будет вот реализован. Вот, так, значит, смотрите, в чем прикол? У нас есть имя переменной, и у нас есть имя переменной, которые пересекаются. Они используют одну и ту же память. Поэтому нам нужно... Значит, теперь смотрите, это делай раз, делай два. У вас есть ассемблерная инструкция, такая полуассемблерная. Вы читаете состояние регистров. Такая функция в ассемблере. Может быть, нужна. Вы хотите вызвать, например, системную функцию. Для этого вам нужно в регистр запихнуть нужные значения. Потом дернуть прерывание. И вы заполняете структуру, такую соответствующую. Потом дергаете еще что-нибудь, и у вас эта структура отображается на регистре. Вот, соответственно... Чтобы она отобразилась хорошо, нам нужно, чтобы структура помнилась точно так же, как будут помниться эти регистры в памяти при сериализации. А для этого нам нужно, чтобы AX, AH и AL устроены были бы так же, как с обычным процессором, чтобы они занимали одно и то же место. Чтобы представить какие-нибудь транзакции и сливание AH, AL в один AX, там смотреть, кого меняли, кого не меняли, это какой-то маразм. Выяснять, какой из них правильный, какой неправильный. Нужно, чтобы они лежали так, как положено у процессора. Я поменял AL и поменял AX. Нам нужна структура в памяти, паскалевская структура, которая точно так же лежит, как регистры. Значит, ну давайте напишем, как это делается. Хотите синтаксис? Три, восемь, не, наоборот, айдеш. Хотите вот так? Это означает union, но union, у которого нет флажка. То есть у алгебраического типа есть знание о том, какого он случая. А вот у этой штуки нет знания. Ей все равно. Это типичный union C. Вот такой даже синтаксис.
Так, ну ладно, это вот один изврат. Хороший, правда? Но вот причем попытка зачетная совершенно вот с этим с гардом. Очень прикольная тема. А, кстати, предыдущий код, который, ну вот там еще кейсил. А это в рантайме, что ли, вообще происходило? Или это во время компиляции, что ну, в смысле, я что-то не помню, что по Паскалю в рантайме можно было переинтерпретировать. Ну, это можно в Turbo Pascal спокойно можно переинтерпретировать. Причем чуть ли не вообще не классический Паскаль вертовский. Проверок не было в рантайме, потому что кто-то поленился их написать. Но, в принципе, никто не мешает их вставить. Нет, то есть, если мы создали там, условно, объект ну, типа record, значит, и в рантайме читаем, ну, там, читаем вот строки, например, ну, чтобы со строчки читать вот эту нолик или единичку, то оно прямо в рантайме будет и менять интерпретацию своего типа, что-то? Как? В смысле, ну у тебя одна память распределена под два типа. А, читаешь его одним способом, у тебя один тип, читаешь другим другой. Или интерпрет каст чистой воды, должны знать. Вот, все это понятно юнион, только у него нет флажочка. Да, что-то такое. Это тоже предок алгебраического типа. Какие мы еще знаем алгебраические типы в жизни? Сил-класс. Да, сил-класс в Котлине, например. Перечисление оценки. Enum? Нет. Enum это не то. Enum это просто набор констант. Но Enum, если он вот в этом вот стиле, в Котлинском, да, да, это будет. Ну, типа того, как по камню, так да, можно же тоже. Да, но это как бы уже такая, это уже наоборот, это уже попытка в Котлине. Что? Это расширенный один. Ну, да, но это уже попытка Котлина, наоборот, перехватить пальму. Сказать, что вот, типа, нет, у нас типа, тоже есть алгебраический тип. А, что бы еще хотел тоже про них узнать? То есть, как бы, с этим-то на вопрос всем, я должен сформулировать, что именно я понимаю. Ну, тогда давайте дальше пойдем. Да. Рассказывайте. В четвертом задании там надо было что-то подоказывать, и им написать программу доказывающую, что-то, значит, там, за выражение. Ну, с помощью, собственно, изоморфизма Гарри Поттера. Да. У нас читеряет закон Деморгана. Ну, вот он. Ну да. Давайте вспомним, что, во-первых, у нас не это что такое, это просто такой мак нож, распишем это. Потом заметим, что мы вообще не собираемся использовать то, что это ложь, и нас устроит то, что отсюда следует, ну, что угодно. Скажите, пожалуйста, в свете сегодняшней лекции, можете ли вы пояснить на самом деле, что на самом деле становится? Ну тут, да, тут для любого доступа бесплатно. Тут для любого C, но он есть, просто его не пишет, потому что пока. Паскаль пока. Вот. Значит, C, поэтому... Это ложь и есть? Да. Ну, давайте напишем выражение. Ну, собственно, вот оно. Не только негатива, чтобы полное дерево доказательство большое некрасивое. Не, мне нужна программа Хаскиль. А, программа Хаскиль. Можно и это тоже нормально пойдет. Выражение, в принципе, тоже. Там домашний плюс лямбда выражение. А, лямбда выражение, хорошо. Значит, лямбда f, лямбда x, f и n, лямбда x, f и n. Ну ладно, тогда напишите сейчас. Все лямбды в точке. Ну так. Какой лямбда? Да, это 4. Господи, лямбда. Да, он пишет, там же маркером подмоги. У нас первое будет. Лямбда
будем считать, что это типа either и оно left or right называется. Собственно. Ну что, вроде, собственно. Ну, просто так. Угу. И давайте подумаем, что тут происходит. Значит, закон де Моргана — это следующая штука. Ну, у нас была функция, которая принимала алгебраический тип TF. Да, мы ее взяли, применили. Мы ее разбили на две функции. На функцию, которая применяется к левой, и которая применяется к правой. Ну. Если у нас есть функция, которая из алгебраического типа выводит ложь, все что угодно будет, что не попросишь. Значит, то есть ложь. Может вывести ложь и из левого, и из правого. Получается так. Да, то... да, совершенно верно. Какое бы ни дали значение на вход, мы должны уметь вводить и из левого ложь, и из правого должны уметь ложь. Вот, собственно говоря, мы это здесь и написали. Даже не так. Тогда мы умеем выводить ложь из левого и из правого. Как? Ну, нам дают левое, мы делаем из него алгебраический тип, отдаем функции. Да, а F у нас типа делает ложь. Да, она гарантирует, что не бывает значения типа альфа или бета. Как она гарантирует? Потому что она возвращает какой угодно тип, какой мы не попросим, в ответ на аргумент. Ну, вот такая типа идея. Ну, тут как бы доказательство будет. Компилируемость, что ли? Да. Да. Ну, даже не компилируемость, а... Нет, именно компилируемость. Тип можно... Точно, вот в точном смысле компилируемость, потому что кто выводит тип? Компилятор. Во время компиляции. Вот. То есть программа, которая у вас получится, это доказательство. Хорошо, ладно, спасибо. Правильно я понимаю, что мы исчерпались? Я плохо понимаю, почему лямбда — это доказательство. Нет, ты можешь посадиться, ты очевидно сделал все правильно. Я, наверное, большинство не сделали четвертое задание, потому что не понимают, как лямбда что-то доказывает. Ну смотрите, это возвращаемся к тому, да, что... Да, к изоморфизму. Я вроде его перечитал, вроде его осознаю, но я не понимаю, почему... почему вот это будет... доказательством. У нас раньше доказательство было это либо какое-то полотно аксиом, либо огромное дерево, а тут одна строчка. Сейчас поясню. Значит, смотрите. Значит, прикол в чем? Почему у нас Y-комбинатор еще чуть-чуть доказывает? Вы говорили, что он не типизируется вообще. Да. Почему? Это тоже хорошее лямбда выражение. Почему оно ничего не доказывает? Но мы разбирали. Потому что там есть выражение xx, которому нельзя сопоставить тип. Ну вот. Оно основная его часть. Можно доказать лемму о том, что мы не можем типизировать все выражение, если мы не можем типизировать какую-то его часть. Ладно, то есть доказуемость связана напрямую с типизируемостью. Ну, в смысле, доказывается. Сейчас. Давайте еще раз я поясню, почему вообще можем говорить о лямбда-выражении как о доказательстве, при том, что это как бы выражено не доказательство. Ну, понятно, что, о чем идет речь, о том, что если у нас есть лямбда-выражение, то мы можем построить доказательство. Значит, почему? Ну, если выражение m имеет тип альфа. Лямбда-выражение само уже доказательство. Нет, смотри, еще раз. Нет. У нас есть некоторое лямбда-выражение a, и мы знаем, что оно имеет тип альфа. Что это значит? Вывод типа. Что существует вывод того, что m имеет тип альфа. Что это за вывод? Это такое красивое дерево. Дерево, которое построит нам компилятор. Ну, он на самом деле не строит, но мог бы. Ну, мог бы.
Вот, он, как бы, вот обратите внимание, мы рассматривали игры модификации, в нем никто не строит дерево. Тем не менее, понятно, что тот тип, который он выводит, действительно есть тип выражения. И мы знаем, что мы можем построить это доказательство, мы это даже помахали руками, как могли бы это построить. Доказательство, разбирая алгоритм унификации, как он строится. Значит, где-то там рядом с этим выводом типа присутствует построение вот этого дерева. Оно прямо не строится, но оно подразумевается. Теперь смотрите, как нам получить доказательство утверждения альфа. Берем и оставляем все как раньше. Только вот этих друзей убираем нафиг. Получаем вывод типа. То есть вывод утверждения. Да. Поэтому мы можем смело сказать, что если у нас доказуемо, что существует лямбда выражение, имеющее тип альфа, то из этого очевидно следует, что альфа доказуемо. Поэтому, ну, как бы, кто нам доказывает, что доказуемо, что M имеет тип альфа? Доказывает компилятор Хаскеля. Почему? Потому что в составе компилятора Хаскеля присутствует вывод типов типовой системы Хиндле-Милнера. Вывод типов типовой системы Хиндле-Милнера – это почти вывод типов в системе F порезанный. А вывод типов в системе F – это, в частности, вот вся эта унификация и все то, что мы рассматриваем. Ну, то есть наоборот, в Хиндле-Милнере это унификация и все прочее. То есть вот примерно эти же алгоритмы там используются. Тут есть одно но. Вот меня спросили про комбинаторы игр, сейчас расскажу. Тут есть одно но. А, значит, вот смотрите, возьмем в игре комбинатор. Давайте, вот вам вопрос. Напишите программу на Haskell, имеющий тип игры, который является игрой комбинатором. Давайте, может, наверное, несложно написать, наверное. Ох, давайте подумаем, что такое лет. Что такое игрой комбинатор? Лямбда f, лямбда x, f от xx. X, f от xx. Правда же? Вот. Значит, ну давайте подумаем, как нам выписать y-комбинатор. Что он берет на вход? Fx. Он же берет на вход f. Да, f. Не, ну так-то не выведется. А вот что-то другое мы можем вывести. А, значит, что нам нужно? Нам нужно, чтобы f yf равнялся f от yf. Вот так-то мы можем вывести. Давайте выведем. Yf. Это что такое будет у нас? F от yf. Можем так написать? У кого-нибудь есть под рукой компьютер? Пишите. Скажите, какой тип будет выражен. Так, мы написали то, что сверху, только вместо двух ксов. Да, мы, вот это выражение, оно одиозное, а вот это-то, что у нас получается? Вы точно это надо написать. Ну, написать let в GHCI, написать let yf равно f от yf. Ну, двоеточие t, y. t, ну, короче, тип y. Да. Хаскель говорит, он покладистый, он же все сделал как положено, как напросили. Он говорит вот так. Ну, а это если квантом добавить поверхность, то он себе ложь. Это ложь. Взял так Хаскель и на голубом глазу вывел нам ложь. Вот. Вот. Поэтому очень доверять Хаскелю доказательствам я бы не стал. Мало ли, что можно так вывести.
Понятно, что с помощью этого выражения при должном старании можно вывести все задания в пункте 4. Еще останется. То есть функцию можно даже запустить. Да, конечно, вообще нет. Почему так работает? Потому что рекурсивная функция предполагает Y-комбинатор. Он там внутри встроен в ASCII. Мы его просто вытащили наружу здесь. В смысле, ASCII опирается на Y-комбинатор? Да. Ну вот ты же можешь... Рекурсивная функция. Бесконечная рекурсия. ASCII же не сильно нормализуемый, правда? Ну вот. Ты можешь и бесконечную рекурсию писать. То есть это страшная правда про функциональные языки, что они противоречивы, и та логика, которая в них есть, на самом деле противоречива. Почему все-таки мы изучаем логику и вот это все? Потому что эти противоречия держат в углу и не дают им нам мешать. То есть они как бы... Алгоритмы берут классические. Да, типа запуточек. А вот у нас система F становится системой Хинде-Миллера. Мы рассмотрим. Ее порезать надо. Нет, ее надо порезать, да. Квантеры только снаружи. А квантеры, они вообще бывают внутри выражения? Да. Это получается только если... Да. Сплошь и рядом бывают квантеры внутри выражения. И это бывают очень всякие полезные вещи, которые... Ну, бывают разные. Вот такое выражение, в котором квантер не поверхностный, его можно получить, запихав куда-нибудь внутрь абстракцию просто? Любой экзистенциальный тип, например, это тип бесповерхностных квантов, с неповерхностными квантерами. Ну, мы же, например, стек рассматривали, там начиналось, да, что-то. Нет. Что? Помним. Существует альфа фи, это то же самое, что любого бета. Не, я вот так напишу. Давайте вот так напишу. Кстати, не бета, это не для любого альфа, не фи. Вот и вот сверху-то отрицание. Вот. И если вы будете таким образом работать с ними, то у вас все сразу сломается. Где нужны такие вещи? Например, любая функция, которая берет на вход абстрактный тип данных. Все сразу ломается. Даже в Haskell, в классическом, есть конструкции, которые не имеют поверхностных квантеров. Такая монадеста есть. Стоит трансформер, короче говоря, но это переменная, если вы хотите, очень хотите переменную завести, вам нужна монадеста для этого. Она имеет ранг 2, там не поверхностный квантер. Но это хак. А ввести квантер существования напрямую, вот без хака, с выражением очень-то цельного, возможно? А зачем? Возможно, но зачем? Ну просто не получится. У тебя просто тогда понятие поверхностного квантера изменится. У тебя сразу будут там поверхностный квантер, это те, где-то сплошные общности и все, и ничего кроме них. Есть, ну, просто как бы это как бы одно, другое, без разницы. Значит, есть такая тема в логике даже, это типа арифметическая иерархия, это всякие вещи, типа у вас сплошные квантеры всеобщности, или, например, сплошные квантеры всеобщности, которые будут квантеры существования, или всеобщность, существование всеобщности, существование и так далее. И вот, соответственно, там можно говорить о какой-то относительной сложности там, разрешение одних задач и других. Вы добавляете новое чередование квантера, вы усложняете задачу. Там такое тема прикольная с этим есть. Но это как-то очень далеко. Так. Ну у нас сколько у нас еще? По-моему, 20 минут или 10 сколько-то? 10, наверное, да? Можно кто-нибудь что-нибудь рассказать, может? Можем что-нибудь разобрать? Вот что-нибудь рассказать? Что? Офф-топик. Маленький. Ну, можно. Ко- и контравариантные типы. Давайте я расскажу, что это такое. Это откуда у вас вылезло? Да. Боже, что-то на первом курсе что-то там с клавиатурой играли. Да. Нет, скорее всего, с Java, с in и out. Ну, это вылезло и хочет... Это везде. Это супер. Это понятно. То есть, на самом деле, кое-контравариантные, на самом деле, кто? Функторы. То есть, это тема из теории категорий, слово оттуда. Вот. То есть, к сожалению, это все за рамками курса, поэтому забьем на математику и просто посмотрим на то, как это устроено. Значит, вот смотрите.
Вот у нас есть функция. Ну, давайте так. Значит, первое, значит, смотрите, да, чуть издалека скажу. Значит, смотрите, такой был священный грааль теории типов вот этой всей лет 20 назад, 80-е годы. Ну, это уже не 20, лет 30-40. Заключался в том, что мы искали возможность, то есть не мы, просто народ искал возможности, каким образом формализовать объектно-ориентированное программирование в рамках этой теории. Потому что, ну вот как бы квантор всеобщности очень простая конструкция, и с ее помощью можно выразить кучу всякого интересного, мы очень радуемся. Хорошо, квантор существования, ну ладно, что-то можно придумать. А объектно-ориентированность, наследование, вот это все, как вот это все выражать? Там это же не эти связки, это какие-то другие связки. Вот. Ну и там придумали в итоге подходы к этой теме. Вот. Просто, ну, как-то усложнили немножко весь этот язык. Мы вводим отношение быть под типом. Греческим. Да? Просто у нас вводится некое отношение, мы для него пишем аксиом. И как бы у нас получается все, что положено. Ну, просто такую штучку можем на типов писать, такую связочку. Это всякие разные извраты, их много. Вот. Всякие омеги, в общем, всякое такое. Значит, что мы понимаем под этой связкой? Какой интуиции у нас есть? Что значит альфа? Ну, как ее читать? Не знаю, как читать. Я всегда путаюсь. Давайте считать, что альфа под тип бета. Что значит альфа под тип бета? Это значит, что везде, где можно указать бета, можно указать альфа. Не наоборот. Или наоборот. Сейчас подумаем. Сейчас подумаем. Значит, альфа под тип бета. Ну, смотрите, вот у нас есть бета, большой тип, а внутри маленький тип альфа. Везде, где можно указать бета, можно указать и альфа. В обратную сторону неверно. Смотрите, вы написали struct. А, у него есть поле int q. Потом сказали struct b. У него есть поле int w. Но помимо этого он наследует так. B под тип A. Везде, где можно указать A, можно указать B. Ну, в указателях. Потому что в C у нас только про указатели эта тема работает. Значит, то есть мы что-то такое должны писать. Да? Это мы уже про экземпляры типа. Ну, фактически, да. Если имеется значение типа А, имеется значение типа Б, ну давайте забьем на эти все стрелки, ну, в смысле, на звездочки. Везде, где значение типа А можно указать значение да, типа А. Значение, да? А да. Если были именно объявления типа, то наоборот. Можно погоди, указать. Погоди. Вот с этим сейчас разберемся. Значит, везде, где можно указать значение типа А, можно указать значение типа Б. Значит, при этом, поскольку в B есть новое поле, и мы можем написать там, если T какой-нибудь имеет тип B, значит, TW можем написать. Поэтому вот где есть значение типа B, не обязательно подойдет значение типа A. Может не подойти. Значит, окей. Хорошо. Значит, как это соотносится? Ну вот теория множеств, да, чисто вот. Альфа это типа, вот мы можем воспринимать эту штуку как вот значок вложенности. Значит, хорошо, пусть у нас есть функция f, отображающая что-нибудь куда-нибудь. Гамма в дельта. Хорошо, пусть у нас альфа, ну не знаю как, сигма. Пусть у нас альфа под тип гамма, а этот друг под тип бета. Хорошо. Что мы можем сказать про функцию f альфа, отображающую альфа в сигма, и f бета, отображающую бета в сигма?
Можно ли что-нибудь сказать про их типы? Всегда ли F-альфа можно заменить на F-бета? И всегда ли F-бета можно заменить на F-альфа? Если in вариант, и в вариант, то нет. F-альфа может... Нет. F-бета может являться продолжением F-альфа. Да, кто кого продолжает? Вот у нас, давайте картинку нарисуем. Значит, у нас альфа, у нас гамма, у нас бета. И у нас сигма. F-альфа и F-бета обе в сигма действуют. Да, они все в сигма действуют. Смотрите, вот у нас есть гамма в сигма. Это F. Вот это вот, это F-альфа. Вот это F-бета. Ну, наглядно видно, кто чей подтип. Значит, ну какой у них тип там, я не знаю. Значит, альфа в бета, альфа в дельта подтип кого? Подтип гамма в дельта, сигма. Ой, господи. Сигма. И вот этот друг, в свою очередь, подтип бета в сигма. Правда? Обратите внимание на особенность. Альфа, гамма, бета. Сейчас, правда, что ли, нет? Сейчас, погодите. F отображает. А, ну правильно. Значит, смотрите. FB отображает большее множество. Поэтому везде, где у нас указана функция типа вот этого, можно указывать остальные. То есть не так. Вот эта штука, все правильно. Значит, смотрите, вот эта штука, бета сигма, является частным случаем какого типа? Вот этого. Правда? Если вам дали две функции, одна из них отображает все гигантское бета в сигму, а другая отображает маленький альфа в сигму. Какую вместо какой мы всегда можем использовать? Большую вместо маленькой. Не наоборот. Поэтому отношение у нас вот такое. Да. Про такие вещи называется, говорят, контравариантность. Когда у вас некий аргумент вот в одном порядке идет, а результат в обратном порядке. Кто именно контравариантен? Давайте поймем. Контравариантным бывает какой-то функтор, что-то такое. Кто у нас здесь контравариантен? Ну вот, та функция, там, t, которая из контравариантен, на самом деле, вот этот друг t. Если у нас, если альфа под тип бета, то t от альфа на тип бета. T от бета. Вот такое поведение, когда функция меняет стрелочки наоборот. Контравариантность по аргументу и... Да, ну очевидно, ковариантность, я не буду это выписывать, понятно будет, что это ковариантно по результату. Значит, вот такое поведение, когда функция меняет стрелки в обратную сторону, называется контравариантностью.
ситуация, когда она сохраняет стрелки, называется ковариантность. Давайте посмотрим, например, не на функции. Давайте посмотрим, например, на массивы. Вот у нас есть тип X и массив X. Как это писать? Вот так, да? Вот такой оператор квадратной скобочки. Он ковариантен или контрвариантен? То есть вы хотите сказать, что везде, что если у нас есть типы, там, не знаю, какие у нас могут быть, что как, пару типов, какую-нибудь простую, которая находится в отношении подтипа. Person student. Очень сложно. Number in. Int. In number. Ну, может быть, да. Любое число есть. Не каждое число это целое, да. Значит, хорошо. А стрелочки не в другую сторону? Ну, это на тип, это подтип. Любое целое число является числом, но не любое число является целым. Значит, теперь давайте подумаем. Массив интов и массив нумберов. Всегда ли мы можем заменить массив int. Так, значит, вот это означает, что мы всегда вместо нумбера можем написать int. То есть значение нумбера можем, в качестве значения нумбера можем взять значение типа int. Множество больше. Хорошо, давайте подумаем вот это. Всегда ли мы можем значение из этого множества подставить в качестве элемента сюда? Для чтения в одну сторону, для записи в сторону. То есть любой. Если мы записываем куда-то массив интов, number мы его можем написать, а вот мы читаем, там передаем аргумент. Да, совершенно верно. Значит, у нас есть две функции, get и put, get и set. Get имеет в качестве аргумента, ну там, если у нас a квадратными скобочками, что делает get? Он из юнита возвращает a, а set a берет и возвращает массив. Вот эта функция ковариантная, это контравариантная. Если мы хотим, чтобы массив из интов был взаимозаменяем в какой-то ситуации с массивом номеров, или просто заменяем, если у нас требуется массив номеров, а мы дали массив интов, то все функции номера должны быть, работать аналогично функциям в инте. А, к сожалению, для функции get и для функции set это означает разное. Поэтому, если массив только для чтения, он будет ковариантный. Если массив только для записи, он будет контравариантный. Что это означает? Еще то есть, раз. То есть мы были правы. То, что он ковариантный, потому что массив только для записи бесполезен. А, почему? Бывает. Бывает нужно. Представь себе, у тебя логгер какой-нибудь. А, все, понял. И ты там скидываешь туда все, что у тебя в программе вылезает, а читать это не собираешься. Потом кто-нибудь прочтет. Вот. Значит, смотрите. Да, но более типично, конечно, для чтения. Да? Потому что массив такая структура, которую один раз делают, потом ты еще раз используешь. Ну, так ее сложно сильно играться с ней. Она дорогая, в том смысле. Ты сделал массив там чего-нибудь и дальше всем раз дал. Поэтому в Java сделан хак. Его в приказном порядке принято считать ковариантным. При том, что на самом деле инвариант. Что происходит, когда вы делаете set с массивом неподходящего типа? Runtime проверка времени исполнена. Типовая система поднимает ручки и говорит, я тут ни при чем. Тут как-нибудь без меня, давайте runtime проверку. И так далее. Значит, но опять же, главное, о чем идет речь про ковариантность и контравариантность. Ковариантные и контравариантные функторы, ну, грубо говоря, функции такие. В чем их суть? В том, что они... Вот в данном случае, применительно к этой теме, они отображают тип в другой тип. У нас есть отношение быть под типом. Быть под типом означает следующее, что любое значение одного типа подходит в другое. Ну, чисто отношение под множество. Это базовое определение. Что
А под тип Б, если любой элемент типа А является элементом типа Б. И это отношение порядка какое-то, частично. Значит, и есть три варианта, которые могут быть. Ковариантность, когда отношение порядка сохраняется в результатах преобразования. Контравариантность, когда отношение порядка меняется на противоположное. И инвариантность, когда ты ничего не можешь сказать. Нет никаких гарантий ни в одну, ни в другую сторону. Ну вот, это как бы основная идея. Вопросы? У нас отображение вот в этом примере, как тип функции, оно контравариантно, но и результат этой функции... Ну, у нас два разных функтора, вот две разных конструкции. Может быть, t от альфа, смотри, вот у нас есть функции из альфа в бета, и у нас мы можем говорить там, ну, какой-нибудь, а от альфа, это есть а от тау, да? Это тау в бета. Мы зафиксировали правый конец и играемся с левым. И у нас s от тау, где мы зафиксировали левый конец и играемся справа. Соответственно, вот этот друг контравариантен, этот друг ковариантен. Поэтому мы и говорим, что функции контравариантны по первому аргументу, ковариантны по результату. То есть здесь как бы никакой такой, ну то есть здесь есть наука, но она не здесь, она в другой области. А чисто вот в этом тут очень житейская вещь, там на уровне вот этих подмножеств. Что действительно, вот это очень мутное место, действительно, что функция как бы из большего множества, а реально это более частная функция. Потому что она гарантирует значение в таких точках, про которые эти даже, может, и не знают. Значит, еще одна тема, ну такая же, но она очевидная уже, наверное, на этом фоне, но вы должны понимать. Если у нас есть структура А, и у нас есть структура В на следующую структуру А. На следующую структуру А. Кто чей подтип? Б подтипа. Б частный случай А. Б можно использовать везде, где. Ну, опять же, еще не будет. Это более частная вещь. То есть, ну, как бы, идея примерно такая, что можно продолжить многими способами. А Б только частный случай. Вот, хорошо. Еще вопросы? Ну, все, тогда давайте.